В Алматинской области полным ходом идет подготовка к выборам депутатов областного и районных маслихатов. В это воскресенье они будут проводиться в 9 избирательных округах. Это 40 избирательных участков в 6 районах области. Ожидается, что в голосовании примут участие более 53 тысяч человек. Всего выдвинуто 27 кандидатов, из них 9 от партии «Нур-Отан». Все они проверены на соответствие и зарегистрированы. В настоящее время кандидатами проводится предвыборная агитация. Все избиратели осведомлены, им разосланы приглашения на выборы. Надеемся на хорошую явку